14 лет Арина Скворцова уже успела покорить десятки гимнастических площадок и не раз поднималась на пьедестал почета под оглушительные овации восхищенной публики. После долгого перерыва, связанного с пандемией коронавируса, девушка поборолась за победу в городском первенстве по спортивной гимнастике. Арина продемонстрировала высокое профессиональное мастерство и серьезно настроилась на итоговый успех. Я думаю, что у меня все получится. Я не должна нервничать. Первый снаряд у меня не очень получился, но я верю, что у меня все дальше получится. На всех соревнованиях Арину поддерживает мама. Наталья Скворцова очень гордится достижениями дочери. Когда идет болеть за дочь, берет с собой любимую игрушку спортсменки. По словам женщины, плюшевый талисман «Бимка» приносит удачу гимнастке. Я всегда с ней на протяжении 10 лет. Меня знают все судьи, все родители из других городов. Мы тоже так же общаемся. И вот наш талисман «Бимка», который ездит с нами уже 11 год. Я с ним не расстаюсь, он всегда с нами. У него счастливые уши, мы его трем. Ну и в общем вот так вот. После того, как Арина сдала норматив на брусьях, девушка уверенно прошла все остальные испытания и сумела покорить жюри в вольной программе. В этот раз на городской чемпионат по спортивной гимнастике заявились более 120 атлетов. Лучшие из них ежегодно представляют Самарскую область на всероссийских соревнованиях. На первенстве Приволжского федерального округа команда занимала 2 года подряд первое место. Вот. В прошлом году на финале первенства России мы заняли тоже команды 2 место. А в этом году в связи с пандемией мы не смогли попасть на финал. И у нас его перенесли вот на осень. Гимнастика – один из самых зрелищных и изящных видов спорта. Во многом благодаря городским соревнованиям юноши и девушки из Самары выбирают здоровый образ жизни, становятся чемпионами и прославляют свой регион на самом высоком уровне. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.